самый полезный салат, который поднимает иммунитет. Для этого необходимо изюм черно-зеленый, курага и чернослив. Свекла отваренная. Все сухофрукты вымыть и высушить и порезать на куски. Все сухофрукты положить в одну миску и размешать. Готовим соус. Для этого выжимаем сок одного зубчика чеснока, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 столовую ложку оливкового масла. Все хорошенько размешать и через сито вылить соус на сухофрукты. Все размешиваем, закрываем пищевой пленкой и отправляем на 2 часа в холодильник. Если принимать натощак, имеет слабительный эффект.